концерт, пока идет подготовка. Два дня здесь проходит карнавал. Находимся сейчас на острове Гозу. Мальчик. Это самый центр, старинный, скажем так, центр этого города. Здесь продаются разные сувениры, вышивка, кстати, очень интересный. Ну, правда, больше интересный для бабулек. Продаются вот вышивки. Вязалки. Вязалки, да, свитера. Как эти, накидки, и не по дорогим ценам, буквально за 20 евро можно купить вот такая, как, по крайней мере, как гласит местная легенда, ручная работа, и материал, этот шерсть, вот этот, и хлопок, да, он сделан местный, мальтийский, то есть местные такие изделия. Вот вся вот эта улица, которая здесь проходит, это центр, здесь чисто идет распродажа вот этих вот, вот закидушек, даже смотрите, вот сейчас такая жара на улице стоит, продают вот такие вот зимние штучки, то есть, скорее всего, для скандинавов, которые сюда приезжают и могут здесь пребывать только несколько дней, несколько недель. Какие вот дела, вот такая здесь жизнь проходит. Здесь, конечно, все самое дорогое, те же фрукты, те же ресторанчики, те же кафешки, это как бы самый центр, и здесь все дороже всего. В основном все товары мальтийские. Вот шляпы есть, сумки разные летние есть, вот вязалки, носки. Сумки, скорее всего, китайские. Пончики, ну и сумки, да, китайские, скорее всего. Вот вееры тоже, скорее всего, китайские. Вот за 3 евро, 15 евро, да. Пашмина, это что, как кашемир? Три вот этих штуки. Как они называются? Пашмина, это вроде как кашемир. Кашемировые платочки. Вот здесь же вся вот эта центральная часть, такая красивая, старинная часть. Здесь в основном все идет, это Санта-Мария улица и с этого... Сан-Джордж. Сан-Джордж, да. Точно. Джордж. Георгий. Святой Георгий, да, вспомнил. Такие дела. Вот эти места очень сильно похожи на Венецию. Меня не напоминают, я уже здесь был. Они мне напоминают, почему Венецию. Потому что идешь по этим вот переулкам, и в некоторых переулках нету выхода. То есть идешь, раз, и тупик. Все, думаешь, сейчас куда-то выйдешь, на самом деле никуда не выходишь, заходишь в тупик. То есть такие полувенецианские, полумальтийские маневры на острове Гоза. Так, а нам желательно сейчас пойти на высь туда. Тогда мы должны идти обратно. Да, пойдем. Пока выключаюсь, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Спасибо тебе за интервью. Увидимся. Спасибо вам, да, заходите еще.